Среда перед Пасхой – день стирки и уборки дома. Старались тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры. В Великий Четверг считалось, что пришло время в первый раз постригать волосы годовалому ребенку. В этот день готовят и четверговую соль. Ее прокаливают на сковороде. Желательно эту соль осветить в храме вместе с пасхальной едой. Великий Четверг уже каждая крестьянка, кто постарше, кто даже помоложе, вам скажут, что надо и деньги посчитать, всю скотину пересмотреть, и там в форточку покричать, если нужно, чтобы кто-то домой возвращался. Ну, там, не знаю, от кота до мужа уже по вашей фантазии. Обойти свое хозяйство, некоторые даже на кочерге или на помеле. Обскакивать, ну, можно и просто обойти, посмотреть, перетрясти всю одежду, то есть до рассвета. Это утром делается до света. Такую инспекцию всему своему хозяйству сделать для того, чтобы все было в порядке и для того, чтобы все хорошее пребывало. В пятницу продолжали печь и готовиться к празднованию Пасхи. Готовили лучшую одежду, чтобы на церковную праздничную службу прийти во всем новом. В субботу последняя тихая приборка. Можно продолжать красить яйца, чтобы вечером их осветить на праздничном богослужении вместе с куличами и пасхами. В сам светлый пасхальный день люди примечали погоду. Хорошая примета – увидеть утром, как солнце на восходе играет с полохами. Значит, будет хороший год. Если дует северный ветер, год будет холодный. Если на Пасху ясно, весна и лето будут такими же. А дождь предвещает такую же погоду на все весенние и летние церковные праздники. С другой стороны, говорили и так: в Пасху дождь, уродится рожь, значит, год будет сытым и урожайным.